Да, все съедено. Все уже съедено. Здорово, друзья. Здорово. Да я себя снимаю. Так, ну что, поехало? Поехал. Поехал перископчик. Друзья, ну что, сегодня вечерком я решил зайти в тайский... тайский шведский стол или буфет, и сейчас я продемонстрирую, что тут и как, кому интересно. Оп, вот такая вот хрень, вот такая вот хрень варится, и ты должен набирать. Это столов, то есть тут варится все барахло, и ты набираешь. Стоит 250 бат. Оп, вот так. За гадость, скажете вы. Это креветочки. Креветочки, морепродукты, курица в каком-то соусе, рыба. И дядя Серёжа все это зажарил и сожрал. И сожрал белка граммчиков, наверное, 200 в порцию запульнул. Вот наггетсы есть какие-то. То есть, короче, и мороженое. Дядя Сережа любит мороженое. Дядя Сережа отжирает свои 500 рублей, которые заплатил за этот прекрасный стол. Но, в принципе, если по российским ценам считать, я только на креветках отработал все. Так что здесь для качка... Ага, счастье. Счастье для качка. Короче, куча белка. Да и все. Вот банка. Здоровая вроде. И еще пока. Креветочки отработал. Вот вам щелчочек. Вот вам приятного аппетита. Жара, тепло. Не знаю, все вроде бы здорово. И скоро дядя Сережа будет в тайских каникулах. Да, кто трейлер видел, тот заметил. Все, друзья, покедово. Здорово, Макс. Здорово, Макс, Алтая. Как ты там поживаешь? Наверное, бомбану я еще немножечко мороженого. В Москву приеду весной. Может, и раньше. Не знаю. Посмотрим, посмотрим, что вы меня в какую-то войну с Денчиком Гусевым все вписываете. Я думаю, ничего особого не будет. Все, друзья, всем пока и до новых встреч в эфире.